17 лет, как одно мгновение. Сегодня Карина Сокурова уже и сама мама двоих детей. Старшая дочь пошла во второй класс. Но, как прежде, перед глазами свой, 10-й. Карина – выпускница той самой Бесланской школы, где и произошел один из самых страшных терактов в России. Я была с братом, мы все 3 дня были вместе. У него ДЦП. Вот. И благодаря друг другу мы выбрались живыми. Я понимаю, что все сейчас мирное время, все хорошо. И я так думаю, что такого уже не должно случиться. Страх внутри все равно он остается. Мне кажется, это навсегда. Соседские девочки, женщины, мужчины. То есть всех практически на лицо я знала. Учителя. 333 человека погибло в те дни в результате захвата боевиков, в том числе 186 детей. Они планировали вместе с родственниками и друзьями отметить главный праздник сентября – День знаний, но из родной школы так и не вернулись. Вадим Басиев тоже в тот день пошел в школу, не Бесланскую, соседней станицы. Помнит, как во время линейки в зал ворвались сотрудники МВД и потребовали остановить торжество. А после – шокирующая весть. Мы не верили, естественно, такого не может быть, чтобы детей захватили, это ниже человеческого достоинства, это же что-то зверское. У нас нету чужих детей, у нас все наши дети, и поэтому мы сегодня пришли сюда почтить память тех, кого сегодня с нами уже нет, не только наших земляков, не только детей, но и сотрудников, спецназовцев. Во время штурма в Беслане погибли 10 спецназовцев. Всем присвоено звание героя. Теперь 3 сентября в России отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом. Это день памяти жертв в Беслане. Конечно, мы все это помним. На протяжении 17 лет мы каждый год всегда, никогда не забываем и никогда не проходим мимо этого дня. Я считаю, что не только осетинам, а вообще во всех школах, где бы они ни находились, на территории Российской Федерации, я думаю, что это обязательно должны знать дети, потому что не дай бог, чтобы где-то это еще произошло. Несут весь день горельефу скорбящей родины матери и вечному огню цветы и то, чего так не хватало заложникам в те роковые 3 дня – воду и игрушки, как символ беззаботного детства, которое у них несправедливо отняли. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.